сеть попало первое фото Дарьи с ее новым молодым человеком. Победительница третьего сезона шоу «Холостяк» Дарья Кононуха так и не смогла построить отношения с Тимуром Бадрутдиновым. Долгое время девушка была одна, и ее поклонники все еще надеялись на то, что они с Тимуром будут вместе. Но, как оказалось, этому быть не суждено. Уже некоторое время Дарья состоит в отношениях с новым мужчиной. Свою личную жизнь Кононуха афишировать не желает, поэтому о ее романе удалось узнать лишь благодаря одной из поклонниц, которая сфотографировала девушку вместе с возлюбленным. Фото, на котором Даша обнимает молодого человека, было сделано в одном из ресторанов Казани. По словам поклонницы, влюбленные вышли в коридор, долго обнимались и что-то друг другу шептали, после чего быстро ушли. Сфотографировать лицо мужчины девушке не удалось. Дарья эту информацию подтвердила, но сообщила, что еще не готова выставлять свою личную жизнь на показ. Она сказала, что сейчас по-настоящему счастлива. Ну а мы, конечно же, рады за нее. А вы своими ответами делитесь в комментариях, ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал. Всем пока! Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте ежедневную порцию интересных новостей и фактов со всего мира. Всем пока!